Почушки были. На этом автобусе, да? Бегите на усиление, такие, чтобы ножки были хорошие. Это не вопрос. Налепим. 16-го года, и мы впервые, к счастью нашему, едем на турнир в город Львов. Турнир освещается рождественским праздником, и поэтому будет проходить 4 дня, и поэтому я очень рад, что администрация клуба в лице президента и директора ДСШ футбольного клуба «Горняк» позволили нам, так сказать, немножко окунуться в праздник футбола. Ну, какие главные задачи будут у ребят? Главные задачи – это почувствовать вкус соревнования, увидеть других ребят и получить удовольствие. Какие соперники будут, ребят? Соперники, ну, насколько я знаю, по предыдущим соревнованиям, возможно, будут Академия Карпаты, ФК Львов, возможно, какие-то гости из Киева приедут, даже, может быть, с Польши. Но это еще предварительно, поэтому уже на месте мы вам напишем, кто и как, и в какой группе будут участвовать. Спасибо большое и удачи вам на турнире. Спасибо. Лёшка, всё, счастливо, давай, пока-пока. Пока. С победой. Не, первое место знаем. Головный. Ром, если бы ты ещё пару раз набрал, я понял, сука. А, всё, я понял. Всё, заходим. Всё, счастливого пути, Женечка. Добрый день. Да, здравствуйте. Она на колючке, ничего страшного. А где сумка? Винда за маслом, да? Все, чувак, давай. Счастливо. Пока, Дима. Открой папку мою, вот этот бардачок открой. Да, открой ее, там внутри лежат билеты. Удачи! Ты что, 450 рублей?